Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, мы продолжаем прохождение второго серьезного Сэма. Наконец-таки приплыли мы, переплыли, я бы даже не сказал, что перелетели, а именно переплыли, причем очень медленно, мучительно долго, мучительно сложно все это. Все это воздушное пространство между двумя островами. Теперь нужно развивать, как бы, события. А что делать, непонятно. Идти дальше просто тупо страшно. Но нам приходится. Что это такое? Издали показалось, что это какой-то портал. А вон нам ракетки-то пригодятся, смотрите. Большим-большим стоячим бараном попадают. Ёшки. Матрёшки. Вы это видели? Вот это класс вообще. То количество врагов, которое там со всех сторон резко поперло, это, конечно, ну, это круто, действительно. Это уровень, как говорится. Откуда? А, понял. Первые вражины появляются с правой стороны сверху. Ну, как бы нужно знать и помнить это все. А остальное изи, правда ведь? Вот он. Давай, до свидания. Следующий. Давай, следующий. Попадать только надо, блин. Ой, сейчас будет жара. Да, дракон тут сзади подойдет. А он уже подошел. Жара уже началась, я понял. Ух, как же тут все разрулить-то правильно и грамотно, а? Чтобы не получить вообще ни единицы урона. Это интересно. Да пока же, честно говоря, не очень понимаю, как это сделать. Ай, да ладно, одна граната снимает всю броню и пол хп. Получать урон от гранат, вернее, от ракетниц вообще нельзя. Если так. Не хочу слишком много ракет тратить в никуда. Ну, не то, что в никуда, но вы поняли. Так, если я изначально пойду по этому пути, например. Там еще один дирижабль, что ли, стоит? А, нет, это я к своему вернулся. Фух, я уже испугался. Я подумал, там еще один дирижабль. Еще один полет на этом дирижабле, это было бы слишком. Все. Практически наверняка все, потому что... Хотя я один урон получил всего лишь, то есть один выстрел из ракетницы, и все. Казалось бы, ничего страшного. Но это, блин, хватает. Пока убивал дракошку, эти, блин, мадамы прилетели. Сложно, однако. Сложно. Сложно-присложно, да? Что, у меня там осталась попугайка? Может быть, попугая сюда отправить тогда? О, неплохо, кстати. Кстати говоря, это неплохо получилось вполне. Можно засейвиться. Мне понравилось, как один попугай его взорвал. Это реально было круто. Это неплохо, очень неплохо.
вот очень плохо. А вот это очень плохо. То есть надо как-то разбавлять. То есть урон, чтобы не получать там. Дракону надо этого быстро очень убить, попытаться. Что достаточно проблематично сделать, к сожалению, для нас. Вот драконина надо наказывать, конечно, за наглость. Слишком наглый гад. Ну а дальше, естественно, гарпи идут. Ёшкин кот, откуда это вообще? И нафиг шарики? Что это за жесть? А что, что гарпии сюда залететь не могут? Или плохо? Не, хорошо все-таки. Они могут залететь, блин. Спасаемся. Куда можем? Убегаем. Патроны нужны срочно. Ой-ой-ой, сколько ж вас там. Как же там много-то, жесть. Не, реально жесть. Там огромное какое-то количество обитает. Ё-моё. Может, для этого как раз и давали нам снайперскую типа винтовку. Патронов-то они достаточно много. Может, реально для них давали? Ё-моё. Кстати, неплохо с одного выстрела-то. Реально ваншот, ванкил. Практически. Ё-моё. Ёшкин корень. Жесть какая. Эти шарики еле-еле, блин, увидел. Еле-еле как на них обратил внимание. Просто жесть. Со всех сторон эта фигня полезла. На нафиг. Ё, там еще. Жесть. Хорошо, что есть возможность назад выбежать вот сюда. Вы представляете, если бы тут все эти мадамы были сейчас у меня тут. Со всех сторон окружая. А я летел бы на маленьком этом, блин, воздушном шарике. С которого никуда не деться, ни вправо, ни влево, ни вниз, ни вверх. Давай, до свидания. Там еще... Я мажу, простите, косой. Каким-то чудом мы еще не сдохли. Просто каким-то чудом. Чудо называется, отошел назад, спрятался, блин, за выступом. И все. Если бы не это все. Это бы арава, блин, всякой фигни нас бы тут убила. Легко. Давайте засеемся, наверное, все-таки. Я, в принципе, не так много потерял жизни. Не так много, как мог бы. На то, что мы постреляли из снайперской винтовки, я думаю, тоже не так страшно. В конце концов, патронов было достаточно много. О, еще одна жара. Мне еще придется летать, походу, да. Это мне так кажется. Очень похожая фигня, которая была до этого, помните? Я бы сказал, один в один. На самом деле. И полет нас еще ждет один. Очевидно, блин.
как же это плохо-то. Кто в меня стреляет, попадает? Не, заново надо начинать. Ну, вернее, загружаться заново, имеется в виду. Очередной полет, который нас убьет, да. Наверное, убьет. Что-то мне так кажется. Высунись в окошко, дам тебе, блин, горошка. А тебе пшена. Я не говорю, что не давал. Ну это жесть. Тут просто жесть, как она есть. А неплохо-то снайперка работает, да? Вполне себе. А нужно перезагружаться, слишком много хп теряю. Перед полетом нужно вообще иметь 200-200, я думаю, на 100%. То есть полностью восстановить себе хп, потому что по-другому сложно будет. Сложно, я даже сказал, невозможно практически. Да ё-моё. Уж выхашные аимеры, а? Даже в сами у вас дофига. Нате вам гранату. Окей. Жопа. Вообще непонятно, как тут проходить тут грамотно. Грамотно и четко опять. То есть напролом пробежать, в принципе, можно. Вопросов нет, но... Давайте попробуем, чё нет. Так, минус. Ну, немножко лучше, чем в прошлый раз, но не так, чтобы совсем классно сейчас получилось. Согласитесь. Новая жизнь. 200-200 мы взяли. 200-200 мы взяли и тут же потеряли, да? Потому что еще один шайк прилетел к нам в гости. Ух, откуда ни возьмись, появился шарик, блин. Но не тот добрый и хороший, который песик. А злобные шипастые, которые хочет нас уничтожить. Которые обычно прячут в потаенных местах для разработки потаенных мест. Вот такой вот злобный шарик. Очередной полет на этой фигне. Блин, я не знаю. Это будет рейдж. Очередная профи или бейби рейдж, что ли? Я просто представляю, что сейчас будет уже, и уже не хочу садиться на этот, блин, вертокрыл. Это реально будет жесть какая-то. Абсолютная причина. Вот, ну, туда же можно забраться, там этот, блин, стоит, видите? Лежит, вернее. Там лежит сундук. Сундук взять можно по-любому 100%. Ну, не стреляешь в этот сундук, мы его можем взять, правильно? Это было бы совсем глупо. Давайте попробуем так. Да не, конечно. Нужно запрыгивать как-то отсюда, что ли, сюда. Да. Вот оно сокровище наше. Драгоценное. Почему нет какого-то телепорта? Просто чтобы я с одного острова на другой. Там чик-чик и в дамке. Ох. Там, походу, еще несколько раз нужно будет перелетать. Это не уровень, это ужас. Это просто ужас. Я просто не знаю, что делать. Там у меня была бомбочка, которая меня в конце спасла. Тут
Может быть, не будет врагов, а? Может, просто их не будет, пожалуйста. Так, в начале ладно, в начале ерунда. Он еще не свалится с этого, блин, геликоптера, блин. Блин, попадать-то будете по этим вертолетам? Что происходит? Все ясно, я еще даже с этими, блин, погаными птицами не могу попасть по ним. Ну мои, смотрите, мои слова были услышаны просто. Разработчики игры убрали этих поганых истребителей. Возможно, просто всех сбили, их больше нету. Весь запас истребителей был уничтожен нами только что. Что там меня бьет сзади, сбоку, не вижу. Лео, хилео, чем я ударил, блин? Вертокрыл, что ли, ударил? Йоп. Тихо, 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 все, я вижу, 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 я понимаю, что там с левой стороны тоже вертолет. Зачем я сказал, что про истребители, что их нету? Ну так, ну я дурак, а. Я просто их призвал. Вот, блин. Что это за хрень летающая? Дай мне что-нибудь, пожалуйста, дай патроны. Ну, вообще, я не заново начал случайно, а? Нет, нету, нету, нету этой штуки, поэтому не заново. А, этого гада убили. Все. Просто все. Мелкого гада убили. Можем сказать, давай, до свидания. Что за жесть творится тут? Просто что за жесть? Броню какую-то нашли, смотрите. Новую жизнь нашли. Просто жесть. Но эти гадские, блин, истребители, когда начинают летать, вот самое-самое жестокое. Знаете, что мы попробуем? Мы попробуем некоторых гарпий, то есть когда гарпии попрут, их уничтожать снайперской винтовкой. Я думаю, это будет лучше и правильнее. Скорее всего, снайперская винтовка нам для этого нужна, чтобы именно гарпии отстреливать на этом вертокрыле на Хадесе. Еще надо разбрать его? Я подумал, что секрет как бы взял и все. А, ну да, я же, блин, загрузился. Ё-моё. Ай, а Вася, я же, блин, с быстрого сейва загрузился, естественно. Давайте засейвимся, то есть не особо мы там много покоцали. Совсем чуть-чуть. Вначале, естественно, пулемет, а там дальше уже по ситуации. Дальше по ситуации и самонаводящиеся, естественно, попугаи, и снайперская винтовочка, естественно. Не будем рейджить две серии подряд, это уж будет как-то совсем, блин, обидно. Печально. Мы же не хотим печальку делать и обиду, правильно? Ну чё, геликоптеры, блин, сюда. Ну, вроде нормально, да? Ты можешь немножко побыстрее свою эту фигню крутить, а? Крути баранку, блин. Ты медленно так все делаешь. Че, никак? Не сбили? Понятно. Даже вертолеты поняли, что так просто нельзя сбить. Стали делать какие-то маневры уклонения.
Кто в меня стреляет опять? Нифига не понимаю. Сейчас вот пригодится снайперская винтовочка, да? Да. Стать ничего? Серьезно? С двух выстрелов уничтожается вертолет. Или он косвенный был просто? Тут не совсем понятно, он косвенный был в пламени. О! А птичка здоровая, супер. Нет. Потому что если он был не коцанный в хламину изначально, получается, на снайперская винтовка вообще имба на этом, блин, плоте. Это никакое, блин, не летающее средство. Это плот, причем дырявый, на котором даже по морю не проплыть. Ой, как он вообще летает. Каким макаром он вообще держится тут. Ты мне знаешь, что дай? Бессмертие временное на минуты 3-4. Мы как раз перелетим, а потом можешь рубать опять то, что было. Так, это сейчас гады будут подниматься откуда-то, да. Понимая просто, что они поднимаются, мы их достаточно быстро убьем. Так же, как и вертолеты сейчас. Но я еще скольжу по этой поверхности. Охренеть. Просто офигеть. Посмотрите, чудо технологии, блин. А, и попадать-то, блин, надо только. Что, вот сейчас, откуда эта ракета меня влетела? Вертолет-то был уже готовый. Вертолет был готовый, что за ерунда? Откуда? Ракеты так долго, что ли, с вертолетов летают? Жесть какая-то, блин. Вертокрыл этот хрен убьешь. Честно вам скажу. Нет, тут слишком, все слишком сложно. Да сюда, куда ты аптечку выкинул, идиот? Куда ты аптечку выкинул, маленький гном? Фу, жесть. Да, снайперская винтовка на этом плоте рулит вообще. Это вначале я не подумал об этом. В прошлой нашей серии. Что она может нам помочь в таких битвах. Но, однако, она тут рулит вообще жесть. Два выстрела и вертолета тупо нет. Снайперская винтовка, офигеть. Так, ну снизу там должны появляться эти гады. Мы можем вообще сделать так, что они не взлетят. Не. Пока не взлетают, у них хп, наверное, дофига просто. Поэтому они умудряются, блин, взлететь. Да хай-хай, давай. Давай мне там, не знаю, кучу жизни, кучу патронов, кучу брони. Что еще можешь дать? Все, давай. Офигеть. Просто офигеть. Ай. Хилео, хилео. Потом кидай мне. Будет тебе хелло. Будет все супер хелло. Вижу, ракеты летят. Ощущение, что ракеты самонаводящиеся тупо у вертолета, да? Такое прям ощущение очень дикое было.
Реально, ракета тупо самонаводящаяся. В принципе, неплохо так у нас по жизням все. Запускаем немножко птичек так, чуть-чуть. Птичек не увеличит. Не, снайперская винтовка вообще тема абсолютная. Просто тема. Блин, только этих гадских, блин, истребителей сбить бы еще. Тоже была бы тема. Кто у меня стреляет, блин, с ракетами? Есть. Снайперская винтовка, конечно, рулит. Да как так-то? Я не понимаю, что у меня влетит в конце вообще. Пока я пытаюсь выцелить со снайперки, тупо не понимаю, что у меня дальше летит. Откуда это самое главное летит? Да. Если бы опять же не истребители эти гадские, то все было бы зашибись. Они дико, блин, бесят и мешают вообще. Наверное, так и должно быть, по идее, да? Что бы они бесили и мешали, но все же. Не такой же степени, блин. Почему твой винтокрыл, блин, как на боку едет, я не знаю, летит? Почему ты патроны не кидаешь? Почему в конце концов ты мне сейчас брони не кинул кучу? Василий, блин. Хер его знает, то ли не самонаводящиеся реально, то ли... Блин, так получилось, что у меня эта ракета все-таки вылетела. Наняться мне-то особо негде просто, некогда. Шаг туда, шаг назад, блин. Все, до свидания. А, вот я видел, что ракета летит. Одну мы сбили, кажется, даже. Ну, своим выстрелом. Вторую не успели. Сейчас пойдут, блин, эти, блин, геликоптеры, ё-моё. Сбить можно? Блин? Можно. Ромалек-то, блин. Минус один, блин, истребитель. Уже что-то. Снова летит, смотрите. А где их всего тут два, блин, летают. Один долетал, сейчас второй долетает, может быть. Если мне сильно повезет. Я нифига их тут не два, блин. Там их куча, блин. Жестокие кучи, блин. Навозные. Ай, я не могу, я не успеваю тут все убивать, простите, не успеваю, все. Ясно все. Да нет, это не вариант. В прошлый раз в конце этого, блин, полета мне помогла как раз эта, блин, бомбочка, которой сейчас нет. Это жесть. Просто жесть.
Не успеваю убивать, опять же, этих поганых сволочных истребителей. Убивать... все остальное убивать, в принципе, я понимаю, как, и я успею их убить. Если не будут мешать эти гады. Но они будут мешать, естественно. Как по-другому-то? По-другому как бы быть не может. Ну где вертокрыл-то, блин? Давай! Апач, вылетай. Сбивать тебя, гада, будем. Ведро-то с гайками. Я не ожидал, что со снайперской винтовкой так будет изи, прям вот эти вертолеты сбиваются с двух выстрелов. Это вообще жесть какая-то. Ничего. Типа, может быть, мы пилоты пробиваем, да, наша снайперская винтовка, типа, бронированная. То есть это бронебойные пули там. Мы сбиваем вертолет за счет того, что убиваем пилота. Убиваем стекло. Слишком такое натянутое за уши объяснение. Потому что оно, конечно, совсем не подходит, учитывая, что он взрывается по воздуху. На них отвлекаться не надо тупо, мне кажется. От истребителя. Потому что, блин, больше времени потеряешь. Мансить как-то нужно, конечно. Ну хотя вот гады просто летают вокруг и все. Они просто летают вокруг. Не дают вообще ничего сделать. Да что ты. Начинается. Начинается жара. Тут все зависит от того, как часто и уровня будет кидать мне какой-то бед. Вот с этой стороны может вообще в меня влетать, я не понимаю. Все. Бред. Происходящее это просто бред какой-то. Сумасшедшего. Я стою вот тут, ракеты взрываются где-то вот тут, на носу, они меня один фиг бьют. Половину, вернее, бьет, половину не бьет. Непонятно, дед вообще непонятно, что делает сзади. Когда нужно, блин, аптечки большие кидать. Чем он там занимается? Хер он там вообще стоит. Просто появлялись баптички из ниоткуда, я их собирал, блин. Тупой, блин, беловолосый эльф. Похоже на идиота. Сущность среди гномика. Такая же тупая, как эта сущность. Да блин. Все. Начинаем мазать, это очень плохо. Куда? Все ракеты как они туда летели? Как они просто могли туда влететь? Непонятно. Просто вертолет уже давно сдох, но ракеты, замирая в воздухе, летят. Пипец. Как это ускорить немножко, а? Немножко ускорься. Побыстрее можешь лететь?
тупой полет между этими уровнями. Самое, блин, тупое, что может быть в этих играх. Великолепная игра портится одним полетом. Ладно, для меня портится. Остальным, возможно, он нравится. Они просто получают огромное удовольствие, летая над такими прекрасными горами. У меня это просто ужас, летящий на крыльях ночи. Причем не черный плащ, который там помогал всем летал, а настоящая какая-то херня, типа бабайки, блин. Да сдохни. Да ты туда же, блин. Гарпи летят со скоростью, блин, звука, представляете? У них в мозгах перетурбации происходят, ветровые завихрения, блин. Сознание и пространство, блин. Да хрен тебе, не попадешь ты в меня, скотина, сейф. Из-за этой мачты, ты понял, нужно прятаться. То есть на самом деле все несложно, просто за мачту нужно прятаться. Все лишь на все. Деревянная мачта спасет от любых, не знаю, мизгов. Закроет от любых ракет. Любой дальности, калибра и так далее. Я думаю, что от ядерных ракет он тоже защищает. Надо узнать. Сдохни, сука. Эти истребители, сучи, пошли. В принципе, сбивать их можно. В том плане, что их можно успевать сбивать все. Сложно, конечно, из-за того, что летают эти гарпии, потому что они сами как истребители, блин. Не, я просто не успеваю попадать. Прячемся за шваброй. Ой, вы поняли, за мачтой. Мачта нам поможет, мачта нас спасет. Мелочь пузатая, какой-то, блин, плазмой меня стреляет. Вообще жесть какая-то происходит. Кинь мне там, блин, хп, брони, хоть что-нибудь кинь. Что это? Блин, снайперы какие-то. Мачта спасает от ракет. Деревяшка плота этого спасает от ракет. Но точные снайперские выстрелы самых слабых солдат она, к сожалению, не может заблокировать. Вот такая деревяшка. Необычная. Ну что поделаешь? Ничего не поделаешь, блин, ничего не попишешь. Специальная магическая зачарованная деревяшка. Эльфийская, блин. Взорвись нахер, скотина. Можно я как-то попасть в эту херню летающую? Можно. Даже нужно, блин. Сейчас все внимание на гарпии. Потому что они сейчас опаснее всего. А то на этих гадов. На мелких тоже. Да... Прячемся. Что в меня влетает, опять не пойму. Офигеть, вот он, блин, драконозавр, ё-моё.
Monster Hunter начинается. Дед, давай хп, блин, мне. Срочно нет хп. Нет много хп. Не хочу сдыхать, честное слово. Доехали ж почти. Да, блин. Дед, хп дай. Хрена в потрах. Жопа какая-то. Не, все можно проходить, все грамотно можно проходить, это понятно. Игра в этом плане хорошо сбалансирована все-таки. Когда просто понимаешь, что нужно там снайперская винтовка кого-то подстрелить, еще что-то сделать. Все нормально проходит, достаточно. Ну не то чтобы легко, но вполне нормально. Кстати, мой рейдж в прошлой серии был немножко неправильный. Несправедливый. Я всегда, если не прав, могу это признать. Не вижу в этом ничего такого. Ух, ё! Ё-моё! А что у меня гранат? Ага, было много. Вот именно, что было. На, я ненавижу, когда я в сам себя, блин, упершись какую-то фигню взрываю. Так тупо выглядит. Слушай, дедок, а может ты мне там еще хпшкой поможешь, а? Мы с тобой это как его, блин, летали вместе. Вы думали, что самое легкое позади? Сложное, да, вернее? Я уже, блин, заговариваюсь, легкое, сложное. Просто жесть. Так, если нажмем воскреснуть, с чем мы воскреснем? На самом деле с фигней, да? Это там броня есть, на самом деле. Может быть, не так все и плохо, да? Попробую немножко побегать, да не. Это тут, наверное, было не нужно. Иди сюда, напролом побежим. Нет, это жесть. Хотя видите, как можно проходить эти места, да? По таким вот читерским методам, которые я сейчас только что вам продемонстрировал. Это реально читерский метод абсолютно. Если тупо бежишь вперед, сейвишь, издыхаешь и все. Ну такой вот читерский метод. Прохождение этого злобного места. Ё-моё. Погодите. Блин, а где мы... А, я понял, у меня никаких патронов нет. Метод не очень читерский, значит, всё-таки. А тупо отобрали все патроны, я понял. Ну что ж, значит, будем начинать с этого места уже в следующий раз проходить. А пока что огромное всем спасибо, кто смотрел. С вами был Айс, и всем пока. Пока.